Степанович, Тимофей Герасимов и Владислав Одинок. Ну и сразу же первый момент возникает под кольцом Енисея. И смотрим за владением от Абрамовича. Скидка, Ливио Жан-Шарль, свой трехочковый бросок забивает. Четвертый номер ЦСКА. Смотрим, что придумает Сир. По очень высокой дуге запускает трехочковый Алекс Абрамович. Эмбай. Классная скидка. Экстра пас. Курбуанов сразу вставляет мяч внутрь. Ливио Жан-Шарль разбирается со своим визави. И Мэло. Мэло Тримбл получает мяч на периметре. Сразу играет от заслона. Двух игроков прошел. Скидка на Эмбая и Амат Эмбай. И вот пошли уже замены в составе Красноярского клуба. Вижу я, и Загрединов готовится выйти на площадку. Еще одна потеря. Абрамович. Посмотрел я, друзья, на скамеечку Енисея, и Виктор Сандерс вернулся на эту самую скамейку. Так что врачи над ним поколдовали, но ЦСКА по-прежнему продолжает забивать. На этот раз это делает Никита Курбанов. 16-2. Герасимов забивает. Тимофей Герасимов. Юрий Царствич говорил, что не стоит бояться. Нужно идти, обыгрывать один в один. Они такие же баскетболисты, как и вы. Эмбай. Под кольца точен, но вот пока что все-таки удается именно армейцам. Но вот действительно с силой не подрасчитал Мэйла Тримбл. Захар Ведищев. Заброс на Загрединова и взлетает над Мегаспортом. Сейчас в некотором роде преобразилась игра Енисея в нападении. Курбана против Ведищева. Загрединов страхует. Высокий пас на Тримбла и Мэйла попадает. Вроде бы... Чтобы бросок осуществить, в это время уже, казалось бы, Близнюк подоспел, но даже через Близнюка. Тони Джекири появился на паркете. Каспер Уэйр. Передача не проходит на Джекири. И быстрая атака. Ведищев забрасывает на Близнюка с левой стороны. Против Сандерса. В пост открывается Антон Остапкович. Заброс на Джекири. Тони Джекири заблокирован. Дважды, хотел бы я сказать. Мяч Мэйла Тримбл на Каспера Уэйра. Три. Уэйр не попадает. Антонов на подборе. Тримбл совершенно один. Мэйла. Ну и сейчас Тримбл вновь это демонстрирует. Демонстрирует свою эффективность. И результативные передачи раздает. И, конечно же, сам забивает. Армейцы набирают. И это еще первая четверть не завершена. Захар Ведищев пытается переиграть Остапковича. И делает это успешно. Полностью провести это время в нападении, завершив атаку уже под занавес первой четверти. Мэйла Тримбл. Сайдстеп, бросок и забивает. Очень легко Мэйла Тримбл. И Балашов. Через Ведищева. 36-15. Ведищев. Ты как ушел от Ивана Ухова. Но в сегодняшнем матче чувствуется, как настроился девятый номер Енисея. Остапкович. Ухов. Очень здорово двигается мяч. И Уэйр. Получает мяч внутри. Антон Остапкович. Пытается развернуться Остапкович. И бросок одной рукой. Вот Антона Остапковича. Помогает своей команде Сандерс. Три в переднюю дужку. Степанович на подборе. Один на дуге Герасимов, но не стал бросать. И вот 41-19. Интересно, что по красноярскому времени матч начался уже в полночь. Ухов. На Каспера Уэйра, то через Герасимова. И даже так, друзья, да, выходил со скамейки. Степанович против Антонова. Не точен Алекса Степанович, но Загрединов на подборе первый. Герасимов. Момент реализовывать не забил, но на подборе сам же оказался. Абрамович десятую потерю допускает. Саньку! Ох! Влетает в чужую краску. Ухо. Антонов.
Двигается мяч у армейцев. И Аврамович попадает издали. Второй бросок. 49-25. Ну, разница по-прежнему достаточно ощутимая. Сендерс перехватывает мяч. Сендерс! ЦСКА. И он даже подошел к краю технической зоны. Показалось, что к судейскому столику будет обращение, но нет. Ну, вот, пожалуйста. Доверяет он своим игрокам. Хороший бросок. Показали нам статистику Виктора Сендерса, у которого сегодня пока лишь 2 очка. О-хо-хо, из-за грядина! Смог задать энергии в концовке своим данкам. Я думаю, что это тоже повлияло на его выход. И опять мы видим, как очень долго действует в позиционном нападении Енисей. Буквально уже под занавес времени на атаку, совершая бросок. В этом... Бросок от Санько и забивает с фолом Дмитрий Санько. К слову, вот если посмотреть сейчас на самых прогрессирующих игроков в этом сезоне, то здесь сразу несколько игроков Красноярского клуба. Тримбал попадает с 8 метров. Никита Курбанов. От щита бросок мимо. Сам этим был разочарован Никита Курбанов. И Степанович. Уэйн. Передача в руки Близнюку. Грамотно читает эту передачу Владислав. Скидка на Санько. Он один опять на дуге. Дмитрий Санько! Туда его! Зенит. Именно против этой команды дважды Дмитрий Санько набирал наибольшее количество очков в карьере. И вот в этом сезоне 14 очков на выезде команде из Санкт-Петербурга отправил Уэйер. Против Санько. Передача на Тони Джекири. Тот против Балашова. Стоит Сергей Балашов. Амат Эмбай. Средний бросок. Не забивает, но Курбанов подбирает мяч. Курбанов против Герасимова. Забивает. 21 очко за ЦСКА. Герасимов. Передача на Долинина. И ждал я, конечно, от Сергея. Какой-то мощный данк на тренировках. И Мельница способен забивать. Но вот здесь посчитал Сергей Долинин, что 2 очка в позицию. Санько. Еще одна попытка. Но дважды Санько в этом матче подряд не мажет. Дмитрий в лицевую, потому что увидел смену. Увидел подстраховку от Жан-Шарля. Герасимов. Ой. Уронил мяч Тимофей, но тут же его подобрал. Скидка на Санько. Дмитрий не забивает на Долине. В этой четверти Енисей играет лучше. Как минимум, они ведут в счете в этой четверти. Аврамович на Тримбла. Мелон. Но вот по баскетболе. Аврамович. Нет, нет. Вырывает мяч Перевалов, который впервые появился в этой игре. Долинин. Из-под кольца забивает Сергей Долинин. Видно, очень решительно пообщался с командой в первой, точнее, в большом перерыве. Явится Арсич, да, после первой половины. Герасимов, Долинин, Сендерс, Загрединов и Перевалов на паркете у красноярцев. Перевод мяча Долинину. Долинин обыгрывает и классно забивает. Ударяется мяч о щит и возвращается обратно в площадку. Абрамович! Ну как же здорово Абрамович обыгрывает один в один. На Ведищева. Ведищев не переводит мяч на Близнюка. Перехват и длинная передача шикарная от Остапковича на Ивана Ухова. Явится Арсич, запрашивает тайм-аут. Долинин передает мяч Сендерсу. Сендерс, ой-ой-ой, подшатнул Ивана Ухова. Ничего себе, какой анкл-брейкер мы с вами наблюдали. Появляется, кстати, впервые на площадке Владимир Карпенко, который в прошлом сезоне выступал за Енисей, выступал очень здорово за Красноярский клуб. Вот в ЦСКА не столь много времени получает Владимир, но при этом у Карпенко, конечно, есть возможность. Ротация, конечно, сумасшедшая у ЦСКА. Карпенко в проходе не забивает, но Оливио Жан-Шарль добавляет 2 очка. Половина и даже, наверное, первая четверть оказалась провальной. И
предопределяющий сегодняшнюю игру. Сендерс! О-хо-хо-хо! Виктор Сендерс! Какой трехочковый! 4 из 8 с дальней дистанции. Шестой номер Енисей сегодня забил. Остапкович. Ай, какая передача. И Иван Ухов. Хорошо знакомы они друг с другом. Иван Ухов. Стреляет издали. Иван Ухов. Еще один трехочковый бросок. Санько. На Балашова. Балашов. Вновь против Остапковича. Наверх. На Степановича. Алекса. Забивает. Атака от Остапковича. Скидка под 45 не прошла. Близнюк устремляется в атаку. Ухов! Ой, какой блокшот! Блокшотище! Да, Енисей следом забил все-таки 2 очка. Атака от Остапковича. Скидка под 45 не прошла. Близнюк устремляется в атаку. Ухов! Ой, какой блокшот! Против Ганькевича. Герасимов из-под кольца точен, переигрывает Александра, нежели когда играл за Пари Нижний Новгород. Атака от Аврамовича, и теперь Аврамович становится лучше. Ой, ну как так, вот не забивает следом Александр Ганькевич, вроде бы на пустое уже кольцо, но, к сожалению, не реализовывает момент, а Дмитрий Санько забивает. И 95-74, ну пошла уже такая... Хорошая открытая игра. Герасимов на перехвате. А Санько-то сзади. Можно было бы ему отдать. Но Тимофей завершает этот эпизод самостоятельно. Мне сегодняшний баскетбол очень нравится. Он яркий, результативный, динамичный. И понятно, что болельщикам Енисея может быть и никак. Да, и армейцы, конечно, скандируют. Скандируют сейчас. Поддержку своей команды, а ЦСКА пробивает 100 очков.